Осторожно, тонкий лед. Что день у Гомеля проводятся рейды по профилактике несчастных выпадков на водоемах. Особливая увага при этом уделяется детям и подлеткам. Разом с оперативной группой на одно за озер накировались наши корреспонденты. На гэты раз у складе аператыўнай групы прадстаўнікі прокуратуры, гарадской камісіі па справах непаўналетніх, выратавальнікі, супрацоўнікі асвода. Увогуле ўсе гомельскія вадаёмы кантралююцца пастаянна, але на гэты раз маніторынг сумясцілі з прафілактычным мерапрыемствам. На Любенскае возера запрасілі навучэнцаў 5 класа 47-й сярэдняй школы. Гэта, дарэчы, самы небяспечны ўзрост. 9-11-гадовыя дзеці трапляюць у небяспечныя сітуацыі найбольш часта. І не заўсёды дапамога ім аказваецца своечасова. Лучше не даставаць телефон и снимать видео и затем выкладывать в соцсеть, а позвоните по номеру 101 либо 112 со спасателем и сообщите, ведь именно вы сможете, возможно, предотвратить беду. Поэтому, наверное, именно такие мероприятия, именно совместными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь наших детей еще более безопасной. Только за минулый тыдень у Беларуси потонули 9 человек, один из яких неполнолетний. А тому основная увага сегодня – профилактицы махчимых несчастных выпадков. Хутка почнутся школьные каникулы, у гэты час каля гомельских водоемов будут постоянно дежурить дорослые. Наша стратегия выстроится следующим образом. Проводятся межведомственные рейдовые мероприятия по отработке территории водоемов и прилегающих территорий к водоемам. Далее работа непосредственно с несовершеннолетними детьми в учреждениях образования. Далее работа ключевым аспектом профилактики является работа с родительской общественностью. Супрацовники освода кажут, что зараз каля половы людей, которые выходят на лед, выкористовывают вартовальное одение. Остатние все еще сподяются, что с ними ничего не сдарится и часом нават не ведают, как поводить себе у воде. Детей это тычется особливо. Надо обязательно там скинуть сапоги, чтобы не тянули на дно. Вот, освободиться от всех предметов, которые там мешают. Может, рюкзак. Желательно, если рюкзак и заходишь на лед, одевать его одной шлейкой только, не двумя, чтобы можно было освободиться. Вот. Опять же, значит, проломать, попытаться локтями лед до крепкого, тонкий, чтобы руки не замерзли. Потом руками, ну, то есть положить руки на лед и пытаться забраться. С початку года на Гомельщине потонули 55 человек, у тым ліку двое неполнолетних. Выратовано 40 жыхароў региона, каждый четвертый из яких не досягнул 18-годового узросту. По каждому факте прокуратура обовязково проводит проверку. Прокуратура города на постоянной основе анализируется и изучаются меры, предпринимаемые субъектами профилактики, иными организациями, направленные на предотвращение травматизма и гибели несовершеннолетних, в том числе и в зимний период. В случае недостаточности принимаемых профилактических мер, тем более при условии, если недоработка должностных лиц повлекла причинение вреда детям, прокуратурой устанавливаются виновные лица и привлекаются к установленной законом ответственности. Олег Сентюров, Сергей Нигяревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».